Нефтеперерабатывающий завод «Петроказахстан Ойл Продакт» сейчас напоминает огромную строительную площадку, где еще совсем недавно были поросшие зеленой травой ровные пространства, сейчас насыпаны кучи земли, работают экскаваторы, прокладываются коммуникации, устанавливаются фермы для трубопроводов. Все, что сейчас происходит на нефтеперерабатывающем заводе, даже недавно завершившийся капитальный ремонт, нацелено на реализацию проекта модернизации. Плановый ремонт, но в этот ремонт мы уже провели некоторые работы, связанные с реконструкцией и модернизацией завода. Потому что уже мы планируем в следующем году, в 2017 году, уже запустить одну установку, которая называется установка изомеризации. Те работы, которые связаны с данной установкой, мы в этот капремонт уже проводим. А территорию установки изомеризации так и вовсе не узнать. Еще полгода назад на несколько сотен метров спокойно просматривалась строительная площадка. Сейчас гигантская территория оказалась застроенной металлоконструкциями установки изомеризации производственной мощностью 600 тысяч тонн изомеризата в год. Строительство подходит к завершающей стадии. Монтаж уже выполнен на 80%. Предполагается, что до февраля будет смонтирована механическая часть. С января планируется начать динамическую обкатку механического оборудования, насосов, компрессоров, аппаратов воздушного охлаждения. А в июне, возможно, установка выйдет на режим и будет выдавать продукцию. На данный момент мы уже проводим обучение своего персонала. Люди обучились теоретическим здесь, на заводе. Так, после этого были направлены на 3 месяца в город Атырау, где на такой же установке прошли практическую стажировку. И в декабре месяце мы планируем 16 человек отправить еще на такую же установку в Китай. Пусконаладку установки изомеризации будет проводить китайская компания совместно с казахстанскими специалистами.